Рост в промышленности и в экономике в целом – это главная задача правительства на сегодняшний день. Об этом Владимир Гройсман заявил во время встречи с лидерами профсоюзов. Премьер рассказал о программах развития промышленности, повышения соцстандартов, а также о приватизации госпредприятий. Говорит, она должна быть прозрачной, по его мнению, чтобы исправить ситуацию, когда заводы декларируют убытки, в то время как причастные к ним обогащаются. Экономика и еще раз экономика. Нам треба досягти з вами реального зростання 5-7% в последующих роках. Треба дати можливість доступу, вільного доступу до державних компаній нестратегічного характеру. Хай заходять туди інвестиції, створюють нові робочі місця, конкуренційний продукт і працюють.